Центре культуры Полоцк работает фестиваль православной культуры «Кладезь». Мероприятие проходит по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия при поддержке Полоцкого районного исполнительного комитета. Организатор фестиваля – сестричество в честь преподобно-мученицы Великой княгини Елисаветы. Цель выставки, конечно, это в первую очередь это духовная связь между нашим монастырем и жителями вашего города. Ну и вторая цель – это сбор жертв, сбор пожертвований на строительство храмов, ну, продолжение строительства монастыря. Каким образом? Все, что здесь представлено, основная часть, за очень малым исключением, это изделия нашего монастыря, 32 мастерские. И таким образом… И жители вашего монастыря, приобретая эти изделия, участвуют в строительстве. На выставке-ярмарке представлены иконы и духовная литература. Красивые вещи для создания домашнего уюта и тепла, декоративные свечи, именные подарки, продукция для красоты и здоровья на натуральной основе, изящные керамические чайные наборы с росписью. Представлены роспись по сырой глазури с последующей росписью золотом. Это редкая технология, промышленность там почти не применяется. Ну, видите, изделия какие. Ну и более простые. В рамках ярмарки прошла творческая акция «Подарок городу», где палачане украсили арт-объект «Рыба» декоративными камешками. Для самых юных горожан в рамках фестиваля в Центре культуры проходят увлекательные представления кукольного театра «Батлейка». Мероприятие продлится до 30 апреля. Время работы с 10 до 19:00. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.